Государственная налоговая служба призывает компании принять участие в пилотном проекте по маркировке алкогольной и табачной продукции средствами цифровой идентификации. Участие в пилотном проекте, который был запущен с 1 января прошлого года, дает возможность компаниям подготовиться к обязательной маркировке алкогольной и табачной продукции, вводимой уже с 1 июля этого года. На сегодняшний день в проекте представлены 17 компаний, в том числе 5 участников оборота табачной продукции и 12 субъектов, осуществляющих деятельность в сфере производства и импорта алкогольной продукции. Дополнительную информацию по маркировке товаров можно получить на официальном сайте системы TechShare, main.techshare.kg, а также в колл-центре ГНС, позвонив по бесплатному номеру 116.